Первая тренировка подошла к концу. Расскажите, какие впечатления, эмоции? Ну, эмоции самые, что есть, положительные. Рад попасть в такой сильный клуб, как Салават. Для меня это новый вызов в карьере. В принципе, я очень рад. Эмоции только положительные. Ну, вот Антон Бурдасов ожидал, что состоится рано или поздно переход. Какова ситуация у вас была в вашем бывшем клубе? Ну, так сказать, в подвешенном состоянии немножко находился, тренировался с молодежной командой. Если не было льда, искал его сам, куда-то ездил. Ну, как бы всякого развития событий ждал, но не думал, что все обменяют сюда. Ну, как считаете сами, какие ваши сильные стороны, что вы можете дать команде на льду? Ну, скрывать не буду, я из тех игроков, наверное, которые таскают рояль. Вот, так сказать, исполнителей в Уфе много классных. Вот, ну, моя задача, наверное, показать свои сильные качества, игра в обороне, стараться помочь команде в меньшинстве, не пропускать, добавить где-то силовой игры. Ну, то есть ждать от вас большого количества силовых приемов? Согласно статистике, вы один из лидеров лиги. Ну, будем стараться поддерживать свой стиль, играть в этом ключе. Все зависит от того, что мне скажут тренера, какую задачу передо мной поставят. Все буду делать, чтобы помочь команде. В каком сейчас состоянии физическом, моральном находитесь? Готовы уже команде помочь на сложном выездном турнире на Дальнем Востоке? Ну, в принципе, физически-то готов отлично. Морально, конечно, может быть, немножко сказывает то, что давно не играл. Но думаю, это все пройдет. Главное – начать и все вспомнится. Антон, расскажите, как прошла первая тренировка в составе Салавата Юлаева? Все хорошо, ребята здорово приняли. Немножко тяжело физически, но я думаю, сейчас пару дней и все в порядке будет. Ожидали вообще перехода именно вот в этой части сезона? Да, конечно, ожидал, потому что там все к этому и шло еще с начала сезона. Поэтому, ну, счастлив, что выбрал Уфу. Я думаю, не ошибся и тренер так. Уже знаете, с кем будете играть, в каком звене примерно? Я не знаю, в каком звене, но сейчас катаемся с Тюморком и с Зубовым. Не знаю, что. Так, первая тренировка, пару тренировок, может, что-то и будет получаться. А с кем были знакомы из нынешнего состава Салавата Юлаева уже? Да много ребят есть, и челябинские ребята, и с кем играл, и с кем, ну, знаком вообще, там, через кого-то. Ну, почти, как бы, всех знаю, ребят. Вы сказали, что очень рады оказаться именно в Салавате Юлаева. Почему? Ну, потому что, во-первых, я смотрел с начала сезона хоккей, который демонстрировал Салават Юлаев. Вот, ну, где-то немножко не хватает что-то, но я думаю, это сейчас поправимо, еще есть время до плей-офф. А сам хоккей мне симпатизирует, более современный и без, ну, можно сказать, умный хоккей. А выездное турне впереди, уже готовы играть? Да, я уже там играл в этом году. Тяжеловато немножко, но ничего страшного.